Всем привет! Сегодня немножко расскажу про фонарик Феникс VF05E, представленный для обзора официальным дилером фонарей Феникс в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Стандартная упаковка и далее, что это за серия? Это серия рабочих фонарей для всяких вредных, опасных производств. Фонарь сертифицирован согласно всяким стандартам. Ранее подобную классификацию имел фонарь пожарного, такой оранжевый у Феникса, не помню модель, смотрите на экране. И я знаю, у Петцла было много фонарей, которые были сертифицированы. И здесь же у нас теперь Феникс решил расширить линейку профессиональными фонарями. Давайте смотреть, что у него из этого получилось. Итак, комплект поставки. Темляк, запасное уплотнительное колечко, инструкция, гарантийка. Ну и, собственно, все. Сам фонарик. Небольшой фонарик, похожий на ручку, выполненный из алюминия. Яркость 85 люмен. Питание 2 мини-пальчиковые батарейки. На фонаре идет перечень всех этих стандартов, по которым сертифицирован фонарь. То есть такой рабочий, когда можно использовать фонарик в различных средах. Отмечу, что для таких фонарей чаще всего в комплектах идут аккумуляторы Energizer, видно, они стандартизированы и разрешены, потому что других марок я не встречал. За бумажку не переживайте, я ее уберу, в лесу она не останется. Устанавливаются аккумуляторы плюсом к голове. И фонарик у нас работает. Доступен у нас перебор режимов. Приоткрутил, закрутил. Стандартная схема для таких фонарей с таким управлением. Можно использовать никель-металл-ядридные аккумуляторы, если в этом есть необходимость. Итак, по режимам, что у нас здесь есть? 10 люмен, 30 люмен и 85 люмен. Последний режим запоминается, удобный фонарь, яркая клипса, неплохо держится на фонаре, потому что установлена в выточку. В общем, так что слететь она маловероятна. Такой вот интересный фонарик, насколько удобен для домашнего использования, я не знаю. Для домашнего использования лучше брать что-то из серии LD05 такого плана. Там интереснее, теплый свет и ультрафиолетовый диод, который может приходиться чаще в домашних условиях, чем вот эта вся стандартизированная мишура. Хвост плоский, можно установить вертикально, если есть необходимость. Стекло утоплено. Такой вот симпатичный маленький фонарик VF05 от марки Phoenix. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. До новых встреч, подписывайтесь на мой канал.